На сцене молодежного центра студенты 10 учебных заведений показали себя в хореографии, оригинальном жанре, конферансе и вокале. Все они представили лучшие номера нынешнего сезона. Для проведения студвесны объединились студенты разных вузов. Динамичные, яркие, энергичные люди, которым предстоит создавать новую альметьевскую историю. Выступление становится по-настоящему авторским. Кто-то проникновенно читает стихи и прозу, кто-то пародирует известных людей, кто-то объединяется с сокурсниками, чтобы исполнить комическую зарисовку. На сцене поют лирические песни, читают рэп, танцуют в разных стилях и направлениях, начиная от современного хип-хопа и заканчивая танцами таинственной Индии. Я уже ходила на танцы, и как-то мне захотелось что-то такое яркое сделать. В том году мы танцевали японский танец, в этом году решили сделать индийский. Надо сказать, что победить в студенческой весне не так-то просто. Во время отборочного тура номера оценивались по оригинальности, артистизму, успешно созданному сценическому образу, креативности, эмоциональности и выразительности. Где-то заявка на оригинальность прослеживалась даже в названии. Вот, к примеру, танцевальный коллектив «Педальки». После просмотра некоторых танцевальных видео мы с прошлого года выступаем нашим вот таким небольшим коллективом. В прошлом году мы ставили смешной танец, и в этот раз решили сделать что-то более интересное. И вот таким образом кое-что набросали, придумали и сделали. В прошлом году как раз-таки у нас был танец, и вот что-то оттуда пошло, что мы педальки. Но он был такой своеобразный очень. Вот. И после этого вот что-то пошло, и мы уже не смогли переименоваться. Но студенты собрались в молодежном центре не только для того, чтобы выступить на сцене. Весь гала-концерт сопровождали церемонии награждения победителей в номинациях: вокальные ансамбли, вокал-соло, хореография, художественное слово и оригинальный жанр. Обладательницей гран-при студвесны 2014 стала Мария Петрова, представляющая альметьевский филиал Тильби. Буду петь французскую песню легендарной певицы Эдит Пиаф. Я очень люблю и уважаю ее творчество, и поэтому к тому же люблю французский язык. Дипломом первой степени в номинации «Вокальные ансамбли» награжден вокальный ансамбль «Ильхам» музыкального колледжа. В номинации «Вокал соло» победителями стали Алия Замалединова из филиала Института экономики, управления и права и Андрей Добровольский из «Огни». В номинации «Художественное слово» лидировали Азеря Гараева, альметьевский политехнический техникум, Ксения Ермилова, альметьевский музыкальный колледж, и Динар Гимаев, «Огни». Дипломом первой степени в номинации «Хореография» награжден ансамбль народного танца «Меридан», альметьевский политехнический техникум. Марина Юрьевна, Ленар Абазов, Алиса. Давай.